Для тебя деньги важнее спортивного результата? Нет. Не, ну я понимаю, деньги важны. Но почему ты безусловно. Задумался? Но почему ты задумался? То есть, ну, есть спортивный результат. Смотри. Третье место в чемпионате Сочи. Угу. Но у тебя весь сезон зарплата 300 тысяч. Либо Сочи попадает в зону стыков, но у тебя зарплата 3 миллиона весь сезон. Что ты выберешь? Ну, ты это разделять. Это неправильный вопрос. Ладно, давай так. Отличный сезон в Сочи, но без премиальных вообще. За весь сезон. Или с премиальными, но средний сезон. Отличный сезон в Сочи, уменьшение зарплаты и без премиальных.